чтобы нормально начать тренироваться. Вот, ребят, у нас есть одно, точнее два объявления. У нас на этих выходных были соревнования во Владимире, Илюха дрался, но один бой проиграл, один бой выиграл, один проиграл. Вот. И плюс у нас пацаны мелкие проходили в течение года отборы по панкратиону, Денчик и Никитос. И им представилась возможность в воскресенье подраться за пояс. И давайте встретим аплодисментами. Они были... Они выиграли досрочно, что не то, что Денчик, там он достаточно быстрый, и одним и тем же приемом, рычагом локтя. Правда, один сверху, другой снизу. Вот. Но они долго готовились, выступали, прошли там отборы, там, не помню, Никитос, по-моему, три боя выиграл, да, в течение года, да, Денчик два, и вот им дали возможность подраться, поэтому, ребят, вот вам наглядный пример молодых. Давай бегом. Молодых ребят, и вы должны равняться на них, тоже выступать, и чтобы у нас в клубе количество поясов было еще больше. Ясно? Да. Давайте все сейчас на общую фотографию сюда встаем. Вместе сейчас фотографируемся.